Що ж, ну а ми з вами продовжуємо і просто подивіться, хто до нас завітав в гості. Чарівні, а найголовніше – талановиті дітки. Давайте я вас познайомлю зараз з ними. Це Вашуріна Варвара, Вашурін Ярослав та Довгих Марія. Ви вже не перший раз на нашій студії, але в мене перший раз, це наше з вами перше знайомство, і ви прийшли похизуватися своєю новою перемогою. Да? Адже нещодавно ви зайняли перші місця гран-прі на всеукраїнському фестивалі, конкурсі «Зоряні мости» до Дня захисту дітей. От давайте зараз ви поділитесь, як ви готувалися до цього конкурсу, які у вас враження, які емоції, і взагалі, чи сподобалось вам, і які ваші плани. Да? Я перейду на русский, давайте начнем, які місця ви зайняли на цьому конкурсі? Я знаю, що дуже хороші. Хто почне? Ну, я зайняла гран-прі, я перше місце. Яйчик, а ты какое место заняла? Я первая. Ты тоже занял первое место. Вот смотри, у меня к тебе вопрос. А какую песню ты исполнял на этом конкурсе, что всем очень понравилось и тебе дали первое место? Какую песню? Девочки, помогаем. Ну, он пел «Дударики». «Дударики» и «Я пойду». Молодцы. Смотри, наверняка там было очень много участников, да, потому что фестиваль всеукраинский. Как долго нужно тренироваться, репетировать для того, чтобы вот приехать и получить первые места? Рассказывайте. Ну, с 2 часов до 7 и больше даже. Потом приходишь домой, еще занимаешься. Это очень старательно надо заниматься, чтобы получить такие хорошие места. Каждый день нужно тренироваться. Да. Угу. Я знаю, что вы сольно выступали, а еще в дуэте, да? Вот расскажите об этом своем дуэте. Мы в дуэте заняли второе место. Там тоже были дуэты. Например, как «Карлсон», так называется пьеса одного дуэта. А наша называется «Вальс». Вальс. А вот вы сами выбирали или вам помогали тренер, или все-таки решение было ваше? Вот вам понравилось, и вы решили исполнять именно эту? Ну, мы давно играем этот вальс, но он очень красивый и такой вот... На конкурсах он хорошо вычисляется для жюри. Угу. Смотрите, это уже ваш не первый конкурс, да, вот вы уже много раз выступали, но все-таки вот каждый конкурс запоминается чем-то особенным, да, какие-то свои эмоции особенные. Вот чем этот конкурс вам запомнился, и вот вы будете его помнить всегда? Ну, может, какие-то забавные моменты были? Ну, Ярик у нас хорошо спел, свои слова ласкал. Угу. Еще может что-то было? Ну, после дуэта мы, конечно, там немножечко схибили, то мы так волновались, аж какое место получим, уже думали, что все, уже никакое. Ну, вот вышло второе место. Угу. Ну, там третьего не было, там да, было там... второе, первое и гран-при. Там очень хорошие, большие профессионалы были. Угу. Ну, вы тоже были профессионалы, да. Потому что, ну, конечно, если приехать и сразу получить такие места. Что вам еще запомнилось? Потому что это Чернигов. Вы первый раз были в Чернигове или нет? Первый. Вот, вы, наверное, было время, чтобы прогуляться. Расскажите, понравился ли вам город? Да, да. Он такой старый, там такие да. Храмы мы ходили разные. Да. Мы видели белок там, да, да. И бегали за ними. Да, да. А тебе, может, тоже еще что-то запомнилось, да? Особенно, да? Да. Тоже белочки, наверное. Да. Угу. Вот сейчас вы приехали, вы уже, наверное, к чему-то новому готовитесь или что? Или будете отдыхать немножечко, а потом уже к какому-то новому конкурсу? Ну, мы хотим это лето провести уже с отдыхом, угу. Потому что так все лето мы ездили на конкурсы, у нас как бы так мало было отдыха сильно. Мы ездили в летом в Рыбаковку, там еще ездили летом. Да. Да? Во Львов мы ездили. Угу. То есть хотите набраться сил, а потом к новым тренировкам. Вот всегда, когда ко мне приходят юные музыканты, такие талантливые, вот мне очень интересно спросить, почему вы играете на том или ином инструменте? Вот, Варя, почему ты выбрала именно фортепиано? Вот почему ты, Мариша, тоже играешь на фортепиано? Вот есть же другие инструменты, а вот вы занимаете, причем первые места именно по таким. Ну, я с детства люблю, в общем-то, играть. Угу. И петь тоже. Мне тоже нравится петь и играть, но фортепиано я очень хотела играть на нем. Просто я начала играть на фортепиано, когда мне было 4,5. С
совсем малышка была, да? И что-то сразу ты начала получаться, и ты поняла, что нужно заниматься музыкой, да, дальше, да? А у меня талант, потому что моя мама тоже занималась музыкой, у нас еще ее фортепиано осталось, и я вот, когда годик уже был, взяла, на стульчик залазила и играла уже. Ничего себе, это первый раз, вот, действительно, первый раз знакома с людьми, которые с годика начинают играть. Девочки, наверняка вот вы уже такие бойцы, не первый в конкурс, не первый фестиваль за плечами, и вот вы думаете, у меня это хорошо получается, и, наверное, строите уже какие-то планы себе на будущее. Заниматься дальше музыкой, каких-то высот в этом достигать. Поделитесь с нами своими мечтами, потому что, когда делишься мечтами, они сбываются обязательно. Будете и дальше заниматься музыкой, может, известными музыкантами какими-то хотите быть. Мне хочется продолжить наше трио, вот, это очень интересно. Мне тоже, и дуэт хочется продолжить. Да, угу. Мы с Варей любим друг друга слушать дуэти. А вы сами слушаете, там, выбираете какие-то новые песни, растренировываете? Ну да, нам учитель дает, и мы уже смотрим, нравится нам или не нравится. Угу. Ярик, а можно тебя спросить, а тебе тоже, наверное, очень нравится петь, раз ты ездишь на конкурс? Да. Да? Да. Ну да, почему тебе нравится петь? Похвастайся, ну. Ну, это же очень хорошо. Вот. А будешь еще принимать участие в конкурсах, ездить по городам? Ну, да. Для этого надо хорошо репетировать. Ребята, у нас есть видео, давайте посмотрим его и вспомним, как это было, как вы выступали на этом конкурсе, фестивале, а потом вернемся в студию. Подождем мы с видео. Ну вот, мы снова вернулись в студию, и сейчас самый интересный момент, потому что смотреть видео – это одно, говорить о фестивале – это другое. А когда вживую нам сейчас Ярославчик исполнит песню, которую он исполнял на конкурсе, это украинская народная песня, которая называется «Дударики», давай мы тебя попросим и с удовольствием тебя послушаем. Пожалуйста, исполняй. Ой, шагайте, дудаваете, моводи, хочу бы, так шоб тадеч, увывадеч, поводи, дичу бы. Ой, шагайте, дудаваете, а я заспеваю. Хай житаєм
наша пісня над карпатським краєм. Все. Браво, какой молодец. Ну вот как, скажите мне, как за такое исполнение не дать первое место? Молодец, вот он наш будущий талант. Спасибо тебе большое, иди ко мне поближе. Девочки, спасибо вам, что пришли к нам. Участвуйте еще в конкурсах. Я желаю вам побед, стать известными музыкантами, певцами, исполнять песни в дуэте, в трио. И приходите к нам еще, рассказывайте о своих победах. У нас в гостях была Вашурина Варвара, Вашурин Ярославчик и Долгих Мария. И хорошего вам лета, набирайте сил и еще тренируйтесь. Ну а мы продолжим с вами далее.